Сделали? Давайте проверять первое. Что нам сделать? Угу. Пример сначала. Шинея. Шине это как бы центр города. Может быть, завтра в город поедем? Ну, имеется в виду именно центр развлекательный. Может быть, в город завтра поедем? Центр? Вообще, само слово город это тощи, помните? Это вот сам город, Шине это именно центр. То есть развлекательный, где будет. Да, еще вместе. Да, еще вместе посмотрим. Угу. Дальше. Я? Нет, кто еще хочет? Давайте. Кто же хотели еще? Третий давай. Ага, или Могайкайо, можно тоже. Сегодня вечером. Давай сегодня вечером. Вечером встретимся. Поужинаем. А, поужинаем. Угу. Ответ. Мянгайо, мянайо, чунын, намжа, чингу, чингу, хакё. Хаго. Хаго. Яксоги. Яксоги и сойо. Извини, я встречаюсь со своим молодым человеком. Ага, третье вы хотели? Давайте. Да, секунду. А вот если бы было просто не чуньёгы, а чуньёгэ. Вечером тогда? Тогда это было бы, можно было бы перевести как встретимся. Да, если бы сказали мана, да, тогда. А чуньёгэ, с винительным падежом, это ужинать. Угу. Хаго это с молодым человеком. Есть договоренность. Ага, третий, давайте. Калькайо, давай купим. Пригласительное наклонение. Сайо. Да, давай купим. Перевод. Что ты хочешь? Да, что бы нам такое купить? Яблоки. Неважно, яблоки и апельсины давай купим. Да, это еще раз пригласительное наклонение переводится. Давай сделаем что-то. Четвертое. Кто сделает нам четвертое? Угу. Нейри. Сенирио, лолощи сенирио. День рождения, да? Манделькайо. Может, сделаем... Приготовим корейскую. Приготовим корейскую еду. Ага. Чуайо. Угу. Давай. Угу. Мандырою. Мандырою, давай приготовим. Мандыльда это делать что-то. Но имеет в виду чаще руками. Поэтому с едой мандырою. Мандыльда, не хода. Здесь есть вопросы? Тогда рабочая тетрадка, страница 116-117. Начинается
начинаем, давайте, с первого номера и давайте снова с первого ряда, потому что я не помню, где мы остановились, вы, наверное, тоже. Давайте, Ян. Так. Первое. Копирель. Копирель, моя маши, да. А, нужно маши. Ну, пить. Маши ее, давайте. Маши ее. Пить кофе. Пить кофе, да. Да, первое. Второе. Это Шопинель. Ходить, делать покупки, ходить по магазинам, дальше. Третье. Я парыль файл. Четвертое. Нам Встречаться с парней девушкой. Второй номер делаем. Здесь нужно вставить. Давайте с примером тоже прочитаем сначала. Синее. Кайо. Мы синее, это еще раз, что такое? Центр города. И как целиком перевести? Встречаюсь с другом. Города. Второе. Пэкхуаджоме. Пэкхуаджоме магазин, помните? Универмаг. Вечером идем в универмаг. Что подходит? Нет, Шинэй Кайо у нас уже было. Что-то другое. Ну, тем более не подходит. Мы же идем в универмаг. Что там? Шопинель? Пинель хэйо. Делаю там покупки. Пэкхуаджоме кайо, шопинель хэйо. Иду в универмаг, делаю покупки. Второе. Минсу, Шихаго, Кыкджоме кайо. Иду с Минсу в театр. Да, Кыкджан может быть театром, может быть кинотеатр. Что здесь? Что мы можем делать в кинотеатре? Йон Хуарель, Хуайо смотреть. Фильм. Третье. Копи шоу Б. Иду в кофейню. Или идем. Что делаем там? Машойо. Пьем. Чай. 117. Пример сначала читаем. Здесь мы ставим пригласительное наклонение. Скалькайо. Чайо. Криго Йонхуары Хуайо. Йонхуадо Хуайо. Ян, можете расстать всем? Перевести как? Сегодня вместе пойдем в центр города. Ага. Хорошо. А также посмотрим фильм. Ага. Давайте второй тоже. Мосыль Халькайо. Халькайо, да. Ага. Синее лесо. Хейо. Хейо. Как перевести? Что делаешь? Чтобы нам поделать такое, да? Давай пойдем в центр города. Второй. Чья очередь? Пэкхуаджоме. Калькайо. Вопрос только. Ответ? Копи шоп то кайо. Да, и туда тоже пойдем. Можно было сказать копи шобе до кайо. Туда тоже пойдем. Потому что до может добавляться к дательному падежу. Пойдем и в... Хорошо, и в кофейню. Да, и в кофейню тоже. Следующее.
Чаю, чанёбе, качи, бигодерли, могою. Да, давай. Вместе. Второе. Номер делаем. Чья очередь? Он где только? Ага. Угу, да. Второе. Ага. Угу. Перевод. Обратите внимание, у вас в вопросе «эсо» и в ответе тоже «эсо», «копи-шоп», «эсо». Как перевести? Встретиться. Ага. Ну, в кофейне. Третье. Мосыль только. Мандель. Кайо. Мосыль, мандель, кайо. Ага. Приготовить мандель, да, это приготовить. Мог та есть, мандель, да, готовить. Сталик тут есть. Пульгоги. Пульгоги рыль. Манды ройо. Давай приготовим пульгоги. Тут должны пульгоги рыль. Манды ройо, давай. Мандельда начальной формы, поэтому манды ройо. И четвертое. Свидание. Машою, да. Как перевести? Да, чтобы нам выпить, давайте выпьем чай. Угу. Этих не было, да? Хорошо. Есть здесь какие-то вопросы? Тогда страница 126 учебника. Аудирование будем делать. 126. А можно еще раз насчет хабо? Получается, мы присоединяем к тому, с кем мы что-то будем делать. Да, к существительному, к тому, с кем будем делать, да. С другом иду в кино. Чингуаго, чане кайо. С мамой разговариваю. Омони хаго и аги хейо. Потом, обратите внимание, разговаривать с кем-то, это тоже хаго. Вы все поставили рыль, многие в домашнем задании. Вы же не разговариваете маму. Вы разговариваете с мамой. Вам хаго нужно. Например, нам джачингу хаго с молодым человеком. Шиктане кайо. Иду в ресторан. А можете брать качи вместе с молодым человеком. Вот это хаго у нас, получается, уже не меняется на вакуа. Нет. Нет, оно может хаго меняться, может. Просто у хаго один вариант, это более разговорный, у вакуа более письменный. Но с это тоже будет использовать. Да, да, и вакуа хаго, и качи хаго, и вакуа качи, и хаго качи. Угу. А есть какой-нибудь падеж, который будет обозначать, с кем-то разговаривать? Или вакуа, хаго. Больше, ну, с кем-то, да, это соединительный падеж, совместный, в общем, совместный, да. Вот коригу и окончание до. Мы добавляем коригу. Коригу в начале предложения, а то к существительному, если хотите подчеркнуть. Например, ас в Корею тоже. Коригу хангуге до каю. А можно сказать коригу хангуге каю. И в Корею тоже еду. То есть до это прям еще более подчеркивает тоже. Можно не добавлять, да. Кстати, у вас у кого-то в домашнем задании коригу. Мы соединяем предложение, мы соединяем через кориго, через хаго мы не можем соединять. Вы через хаго можете соединять только апельсины, яблоко, бананы, груша, Корея и Китай и так далее. Хотя, знаете, корейцам не нравится один пояс, один путь, китайская вот эта вот политика. Им нравится шелковый путь. Почему? Потому что шелковый путь по корейскому общепризнанному мнению начинается в Кёнджу. И там у них есть даже специальное место, написано там, тут начинается шелковый путь. Ну, они одни в это как бы верят, и поэтому им очень нравится шелковый путь. А вот один пояс, один путь им не нравится.
потому что он не проходит через Корею и не начинается там. Вот. Они считают, что Китай как будто сделал себе какую-то доктрину, а вот у нас есть шелковый путь, который начинается у нас. Хотя посмотреть на карту шелкового пути не совсем так. Вот. Но им очень это нравится. Поэтому шелковый путь, и там во всю эту политику. Еще есть какие-то вопросы? Что? Ну это как 4 сезона года примерно так же. Вот. Страница 126. Читаем аудирование. Сейчас будет читаем первое задание. Все вместе вопрос. Ту Сарамен Неиль Меше Манайо. Как перевести? Да. В этом аудировании будет одно новое слово, которое вы не знаете. Мы сейчас его разберем. И как оно спрягается в неофициальном вежливом стиле, тоже разберем. Это слово «быстрый». Вы, может быть, слышали, как в Корее говорят слово «быстро» вообще? Пали. Пали – это «быстро», это наречие. Но не оно здесь будет встречаться. И вы знаете, что у них как бы есть культура, многие такая негласная, пали-пали, все делают очень быстро, транспорт быстрый, интернет быстрый, все вообще быстро. Они называют пали-пали. И образ жизни тоже, соответственно, быстрый. Ну, тоже это как считается одной из особенностей. Корейский интернет действительно быстрый, что мы говорим. Ну и транспорт тоже. Так вот, а слово быстрый вообще, это наречие. Вот если мы возьмем, как обычно, мы говорим быть быстрым, это будет парыда. Быстрый. По логике оно должно было бы как спрягаться? Вот то, что вы уже знаете. И на во что превращается? Пара-йо. Да, но L еще удваивается. Всегда, когда ры, она L будет удваиваться. Палайо. Палайо. Ры, запишите, когда R и U, L удваиваться будет всегда. Еще одно. Что? U, да. Ла или ло будет. Это, в общем, будет потом встречаться, вам пригодится. В принципе, это аудирование вообще понятно без этого слова. Вот, но на всякий случай. Почему А, а не О? А потому что А в первой части АА, это светлая гласная, А присоединяет А. ЕП, да, например, будет ЕПОЙО, там О, потому что Е, она у нас к темной группе относится. А И, она всегда меняется на что-то, она как бы исчезает, ее нету. Вы ее меняете либо на А, либо на О, поэтому она не считается. Это исключение, есть ряд исключений, достаточно большой. Готовы слушать? Угу. Да, у нас там Йоль Туши или Хан Ши. Нужно выбрать, во сколько они встречаются. Тытко Бараги. Ильбан. Ту сарамын нейл мёсшие маннайо? Даумыл чаль дытко, маннын госыл курусео. Сужин Ши, нейл ури Йоль Тушие маннальгайо? 1시는 어때요? 12시는 조금 빨라요. 좋아요. 1시에 만나요. Какой здесь будет вариант ответа? Второй, да, будет 1시에, потому что она сказала, что в 12 чем палаю. Дословно немножко быстро, то есть имеется в виду немножко рановато ей. Вот в каком значении это здесь употреблялось. Все услышали первое? 1시에, потому что он сразу сказал. Теперь читаем ко второму аудированию задания. Ту сарамы нейл шопинель халькоё. Как перевести? Пойдут ли завтра два человека в магазин? Угу. И у нас варианты нэда, а неё нет. 2번. Ту сарамы нейл шопинель халькоё. 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 우리 내일 같이 쇼핑할까요? 미안해요. 저는 일이 있어요. 토요일에도 바빠요? 토요일은 괜찮아요. 토요일에 가요. еще раз или понятно? еще раз. ага, давайте еще. 2번. 할 거예요? это будущее время. 두 사람은 내일 쇼핑을 할 거예요? Следующий раз мы проходить. 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요.
우리 내일 같이 쇼핑할까요? 미안해요. 저는 일이 있어요. 토요일에도 바빠요? 토요일은 괜찮아요. 토요일에 가요. Здесь у нас не или они요? Они요. Они요. Завтра они пойдут. Когда они пойдут? Тойоил. Да, в субботу. Кым йоил пятница, тойоил в субботу. Послушаем по предложениям или все понятно было? Давайте послушаем. Хорошо. Если вам совсем тяжело, вы можете открыть скрипт в конце учебника. Но это если вы прям вы действительно не поняли, потому что если вы все поняли, вам это не нужно. Просто для уверенности в себе. Итак, аудирование суть в том, что вы смысл поняли. Поэтому... 3번, 2번. 두 사람은 내일 쇼핑을 할 거예요. 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 우리 내일 같이 쇼핑할까요? 우리 내일 같이 쇼핑할까요? Как перевести? Пойдем завтра в магазин. 미안해요. 저는 일이 있어요. 나 일이 있어요. 토요일에도 바빠요? 토요일에도 바빠요? 바쁘다, занятой. 토요일에도, в субботу тоже, до, занят. 토요일은 괜찮아요. 토요일은 괜찮아요. 수고도 нормально. 토요일에 가요. 토요일에 가요? Давай пойдем в субботу, будет пригласительное наклонение. Теперь в третьем нужно выбрать правильный вариант ответа. Давайте прочитаем все три варианта ответа и переведем. Все вместе. Первый. Как перевести? Женщина завтра в Чигане обсою. Второе. Да, нет времени. Ту сарамы, он и хачи, кумбурыль, хейо. Вместе. И третье. Ту сарамы, ясочи, тусогуане, хайо, манео. Два человека, шесть человек. И слушаем, наверное, тоже два раза. 3번. 다음을 잘 듣고 들은 내용과 같은 것을 고르세요. 마크 씨, 토요일에 한국어 시험이 있어요. 같이 공부할까요? 좋아요. 내일 시간이 있어요? 네, 내일 괜찮아요. 저녁에 볼까요? 6시에 어때요? 도서관에서 만날까요? 네, 좋아요. 6시에 만나요. 3번. 다음을 잘 듣고 들은 내용과 같은 것을 고르세요. 마크 씨, 토요일에 한국어 시험이 있어요. 같이 공부할까요? 좋아요. 내일 시간이 있어요? 네, 내일 괜찮아요. 저녁에 볼까요? 6시에 어때요? 도서관에서 만날까요? 네, 좋아요. 6시에 만나요. Какой вариант ответа? Третий. Что она ему вообще предложила? Позаниматься вместе, потому что у него твою Ирину, чьем и сою. Чьем это что? Экзамен. И когда они собрались учиться? Завтра. Шесть. И встретятся они в библиотеке. Значит, какой вариант? Третий. Все услышали? Чьем это экзамен. А урок? Сопа. Домашнее задание? Суче. Сукче домашнее задание. А суп урок. Итак.
Есть вопросы? Страница 128. У нас сейчас сегодня чтение. Кто нам первый номер прочитает и ответит на вопрос? Ну, давайте кто-нибудь. Давайте. Чонёге. Шигами и Сойо. Так, ребята, сегодня, да. Сегодня вечером. Время есть? Есть время. Качи чонёгыль могую. Вместе. Давайте. Давайте вместе. Поужинаем. Кырико чальдо. Чадо. Чадо машоё. А чабже... Чай. Попьем вместе чай. Йосоши. Кёшин аппесо манайо. В 6 часов встретимся рядом со школой. Перед аудиторией. Кёшин это аудитория. Хаккё школа, кёшин аудитория. Перед аудиторией. И теперь первый вопрос. Читаем все вместе и переводим. Онэрин чингудыраго мосыль хайо. Как перевести? Хайо. С друзьями что делаем? Какой ответ? Чонёгыль. Могою. Мы ужинаем. Криго. И чай тоже пьем, как сказать. Криго. Чадо. Машою. Прям как по тексту. И второй вариант все вместе читаем. Онде. Одесо. Манайо. Когда и где, во сколько встретимся. Можно было вместо онде сказать мёсея во сколько. Во сколько и где встретятся они? Асусе, кёшиля фэсо, манаю. Встречаются. Здесь понятно? Да. Теперь у нас есть Ван Чен и Сан Сыним. Нам нужно два человека, которые нам прочитают эту переписку. Кто нам хочет? Дайте кто-нибудь еще. Давайте. И вот. Как его? Норебане. Калькайо. Перевод. Сенсиним, здравствуйте. Ну или учитель, здравствуйте. Это Ван Чен. Учитель, у вас есть сегодня время? Наиль, это когда? Завтра. А как будет сегодня? А вчера? Оджи. Кырымен, в таком случае, нам сегодня уже встречалось. В таком случае мы с друзьями... Да, урибан, помните, что если у нас пан вот такая, с круглой N, это комната. А если с обычной, это группа. Бан. Мы с друзьями, получается? Мы с группой друзей. Ну, он предлагает, может быть, с нашими одногруппниками вместе побыль-мокко. Поужинаем, да, и норебане калькаю пойдем. Норебан это караоке, норе песня, бан, комната. Норебан они говорят. Хорошо, и ответ сансинима. Ван Чен, ши сансиним иэйо. Нимэйо. Чодо, неиль, чонёге, ши. Шигани и Сойо. Чонёгыль. Качи. Могою. Обратите внимание, учитель тоже на чё обращать, он тоже себя принижает. Так. Ван Чен. Ван Чен. Щи мы не знаем, что такое в русском языке, кроме блюда. Поэтому просто Ван Чен. Ван Чен. Это? Учитель. Так, немножко непонятно. Ну, он как бы отвечает на сообщение и говорит, что он как бы что это он. Ну, представляется. Ну, как бы это вежливо. Это учитель. На всякий случай. Это учитель, да. Чодо, это что такое? Я тоже. У меня тоже на Ильси Ганисо. У меня тоже есть время. Вечером? У меня тоже завтра вечером есть время. Так. Давай.
Давайте вместе поедим. Поужинаем. Поужинаем. Хорошо, первый вопрос. Кто нам ответит? Если он прочитает первый вопрос, и ответит Яна. Старость. Наиль у Ванчин. Ванчин Шинин Нугуриль Маннайо. Как перевести? Завтра Ванчин. Нугуриль Маннайо. Нугуриль что такое? Кто? Кого встречает? Кого встречает? Помните, у нас есть вопросительное слово кто? Нугу. Да. Если оно с винительной падеж, соответственно, получается нугуриль. Кого? А вот в именительном падеже нуга. Помните это исключение? Соответственно, если у нас всегда в вопросе нуга, то и в ответе именительный падеж. Нуга вайо, сонсаними вайо. Кто приходит, сонсани приходит. Да, сонсани. Получается, наиль, ванчин... Еще друзей, ванчин... Наиль, ванчин, шинын. Ванчин, нын. Сонсани... Хаго. Хаго. Чо... Банчингу. Банчингу. Манная. Дырыль только. Банчингу дырыль. Кого же встречаем? Аля. Банчингу дырыль. Манная. Манная. Угу. Второе. Кто нам сделает? Ну, кто хочет? Домой не хотите? Вечно учить корейский. Ну давайте кто-нибудь, может быть, все-таки хочет. Четвертый ряд. Нет, четвертый ряд нам сейчас. Давайте.